бы было возможно эти 100 километров сразу у нас и здесь. Проще просто сразу тут дом купить. Считай, там почти вообще ничего не видно. Ну вот да, откуда мы ехали. Поэтому, когда смотрели в горы, они были в дымке. Это называется замок Фрегат. Фрегат? Фрегат. Почему? Потому что, если вот туда еще пройти, вот эта вот часть, она выполнена как у корабля. Да. Это все, что осталось от большого строения, построек. Здесь большая была, большое поселение было. Вон там тоже, видите, тоже руины остались. Да, да. А здесь еще можно встретить, вот, к примеру, вот без крыши домик. Там внутри даже стены остались саманные. Туда дальше пройти, там тоже можно увидеть. И просто это то, что целым осталось. Здесь было большое поселение в свои годы, как говорится. Да, тут все в камнях, в руинах. Да, и называется Ханас. Это ни о чем не говорит, но здесь больше уже давно-давно никто не живет. Вот. И вот это памятник архитектуры. Оно было оборонительное, все равно такое? Конечно. Тут, вот смотрите, вон внутри башня. Внутри вот это все башня, а это уже достраивали вокруг все. И тут если прям присматриваться, вот как все стены были, все. Тут, видимо, сначала стояла башня, потом вокруг ее стали выстраивать свои жилища. И все это огромным гром таким этим росло. Вот, и здесь вы можете, кстати, увидеть, вы видите вон склеп. Ага. Вот это в таком виде хоронили 13-14-19 век. Прямо в склоне, да? Да, выбирали место, которое непригодно для каких-то работ, построек, для жилья. И делали усыпальницы. В усыпальнице можно было очень много людей хоронить и тем самым не использовать другую землю. Вот. Логично. Да. Ты туда пойдем, я думала, что это. Там тоже можно пройти, но там немного места. Не рухнет. Паркурщик бы туда залез уже. А так вот сюда. Вот сюда, да. Только здесь осторожненько. Вот это да, на самом деле, обалдеть просто. Здесь видно эти, как здесь было. То есть балки вставляли, здесь ярусами было. Дерево. Ага. Отсюда, кстати, видно, сколько было там построек. Ну так посмотреть, типа там. Угу. Даже вон там какая-то была, вон руины. Ну, большое поселение. А тут, ну вот эти все сооружения, в них, ну, был прям такой смысл, да? Тут часто какие-то военные действия проходили. Ну, люди друг с другом постоянно воевали. И они все, вот эти башни, которые, они были созданы для оборонительных целей. Сигнальные башни. Которые при какой-то опасности загорали там внутри сигнал, и в них можно было спрятаться. Ну ладушки. А у нас в нашей, ну, в нашем регионе у нас даже традиций никаких не осталось.
Вот, там, во время коммунизма они целенаправленно все уничтожали. А, друг друга переселяли там. Ну, не переселяли, а чтобы остались идеи чисто коммунистические. А-а-а. Вот, все вывели. Даже кухня национальная. Вообще. Вот, и чем дальше от Москвы уезжаешь, тем больше это все может крутиться. Коммунизм. Эйк. Они кричат как дебилки. Это не чайки. Да. Вот чайки не кричат, да, как дебилки. Древняя дорога. Водопад Галдаридон. Это по-нашему Гал. Бык, дор, камень, дон, вода. Сами переводите. Мы поняли. Его эти, кто-то их называл, назвали жемчужный. Mm. Вот. Короче, здесь вот эта экотропа, она вон 4 километра. Это они обманщики для того, чтобы занизить чуть-чуть порог. Mm-hmm. Чтобы люди... шли. Не пугались. Короче, что там интересного, вы этого не увидите. Это вот водопад Галдаридон, водопад Чертова Мельница. Даже из названия понятно, что там что-то невообразимое. Потом Кошара вообще. Вообще, знаешь, что такое Кошара? Там, где можно спрятаться в непогоду. А там для этих. Ну, вообще, Кошара придуманы для скота, для баранов. И для людей тоже можно, в принципе. А там прям, не знаю, на пол... Сколько там? 1500 точно там овец могут, да, поместиться. Она такая глубокая внутрь. Ну, большие суда, да. Вот. А так кошары бывают небольшие. Угу. Вот. А древняя дорога, в смысле древняя дорога? Она куда-то вела? А хрен ее знает. Время прохождения 2,5-3 часа. Ну, это прям, не знаю, с кем надо идти 2,5-3 часа. С детьми. Да дети вообще бегают как ненормальные. Ну, это смотри, какие дети. Да. Сезонность май-октябрь. Вот тут хорошо, что написали. Все такие мини-источники, и они вот замерзли и никак не отмерзнут еще. А, то есть они вообще не отмерзают? Нет, когда тепло будет. А. Просто такой воде трудно замерзнуть, а здесь не такая сильная вода, чтобы она... Прям голубой лед. Да. Чудо. За телефоном я болел. Я сюда с другом с Краснодара приехал. И где-то он на меня, вот он, вот до сюда он на меня уже орёт. Куда ты меня потащил? Я говорю, подожди, Рома. А ну повернись. Это Спарта! Друг там?
Бедный мальчик. Мне про него рассказывали, что он здесь свалился. Вот туда. Он вот здесь сидел просто. Где-то вот здесь сидел. И под ним земля ушла. Вот этот кусок. Вот этот. Вот это вот обвалилось. Страшно. Однако. И снова мы здесь. О, уже все растаяло. Вот такой большой водопадик. Очень большой, очень. Ну вот, люди, водопад, кайф, не передать никакими словами, ничем, никак, никогда, только прийти, увидеть лично, испытать все это на своей шкуре, на себе, глазами посмотреть, пощупать, иначе никак это вообще нельзя. Так, ну что? Я пошел вниз. Как это будет делать? Я не знаю, но знаю. Я же поднялся как-то. Сейчас будем спускаться. Поехали. Короче, где-то вот здесь я сейчас был. Здесь. Не знаю. Все, пойдем вниз больше. Уже не будем здесь. Уже погода здесь портится. То ли снег, то ли дождь. Птицы ушли, а грузовичок оставили. Вот эти три вершины, да, которые мы с фрегата видели еще. А, это... Три сестры? Не-не-не, нет, вот. А, сиська. Так, здесь есть местный житель. Угу. Под грузовиком. Под грузовиком? Мачка. Нет. Нет, откуда? Я отсюда не вижу. Это брат тех, кто там нагадил. Ослик? Свин. Свин? А. Да, чувак. Ну, точно, теперь я. Я тоже вижу. Мы просто слеповаты немножко. Ух ты, Маш. А теперь мы идем в пещеру. Тут какая-то набережная была. Я не знаю, что это было. И туда в пещеру надо посмотреть. Колючки не попасть. Вот я туда пришли. Главное, чтобы там ведмедя не было. Да, это будет. Так себе подарок. Ну тут видно, что лазили. Ну да. Ух ты! Как прохладно, да? Да. Она, походу, сквозная. Ну, наверное. Так, еще камеру со вспышкой. О, это штольня даже какая-то, нет? Светит, светит. Это похоже на штольню. Выработанная, вырубленная, нет? Выглядит искусственно, да. Надо диггеров спросить. Офигеть. Там эти повороты, что-то еще. Слушай, по кладке видно, что это вот на то похоже, нет? М?
По кладке видно, что это вот на то здание похоже. И телефон возле глаз держи. Зачем? Ну вдруг кто-то там будет сейчас отсвечивать. Глаза чьи-нибудь. Начинаю, да, съемка, включай. Ну тут видно, да, что рукотворная. Прям арки. Офигеть. Не помогает. Я думаю, лучше дальше не идти. Тут прямо спуск не сидел. Ага. Прям чувствую. Да, там, наверное, в другую какую-то выходит. Нет, лучше не рисковать. Неизвестность всегда пугает. И вдохновляет. Кошку надо было с собой брать. Чтобы она пошла вперед. Ну, смотри, это мы сейчас сделали следы? Нет. Ну, какие-то следы мои. Вот это мои следы. А, в смысле этих от ботинок я, да, эти смотрю. Сыропульки. Ну тут вообще притоптано на самом деле. Весьма. Я думаю, здесь довольно часто ходят. Просто надо местных спросить, что это за пещера. Что за штольня? Что за что? Но даже ну, предупреждающих никак ничего нет. Угу. Любой же может залезть посмотреть. Прикольно. Ну, это гладенько, это прям плита. Ну, надпись, все, надпись. Ну и смотри тут. Она туда куда-то уходила. Здесь больше некуда. Видимо, здесь какой-то был... Ну, что вон там целый кусок кладки лежит. Да, что-то здесь было, походу, можно было завозить, я не знаю. Только где? Рельсы. Может, это рельсы. Может, просто она тележка. А рельсы могли унести. Тележки, может, были. Да. Прикольно. Ну, так-то, это не старая фигня, потому что вот бетон. То есть, ну, довольно современная тема, я думаю. Такой гладенький, чистенький. Переходы. Ну, слушай, раньше на века строили. Ну, не так же гладенько. Ну, камешек-то точно использовали. Хотя, могли, возможно, ее просто дорабатывали. Ну, давным-давно построили вот этим камнем, а потом просто... Да. Подпустили. Ну, ладушки. Если дальше не полезем... Да, лучше не надо. Ой, что за цветочки прикольные. Ага. Где? Если только очень древний. Нет. Вот я тебе то, что рассказывал. С того фрегата вот сюда можно приехать. Вот так через горы вот сюда приезжает. По этой дороге? Вон там дорога, да, вот там. Угу. Вон пошла ее туда и вот, короче, перевала вот этому. Ну это красиво, это через долины. А?
сидят там, обнимаются. Время. Без 10:04. Домой вернемся только после 6, скорее всего. Вот здесь хочу дом. Где-нибудь. Было решено не лезть на собачью скалу, потому что очень глупо из-за своей неаккуратности оказаться собакой. Да нет, там легко подняться и спуститься. На нее? Уже поздно. Уже надо было сразу. Да нет, она же резкая такая. Тебе кажется? Да не то чтобы охота. Я на самом деле не любитель таких подобных высоты. Развлечений с высотой, да. Нет, там легко. На аттракционы меня вообще не заманишь. Не. Изи. Так, короче, дайте чай пить. Давайте. Сейчас. Короче, был снег, и короче, снег был везде, все было белое. И вот я сюда поехал, я прямо вот в снег, когда только выпал, ехал, все отлично едет, не буксует, нормально. Потом еще раз проехал, так же нормально, уже там по следам. Потом я приехал уже вот в такой межсезонье, и чуть-чуть там снизу уже сухо, а здесь... облака. То есть они были начинались намного раньше. Я такой, о, как раз там УАЗик едет подготовленный, за ним поеду. Он, короче, не доезжая до вот этих камнепадов, берет и разворачивается. И говорит, чё? Я говорю, поехал. Короче, мгла, снег, следов нет, колеи нет. Не видно, куда ехать. Вообще ничего не понятно. Я ехал 5 км в час всю дорогу. Очень долго. У меня даже этот выложил. Поэтому выложил полуторачасовой ролик. Не повторяйте такое никогда. Я просто с регистратора снял видео и туда закинул. Я даже не подумал, что на полтора часа будет. Ну, если бы ветер не дул, было бы не так. Видишь, ощущается потом. И ветерок такой же. И влажность такого же уровня. Ну, а тут понять не могу, влажно, не влажно. Влажно, влажно. Влажно, но с таким холодом кости замерзают. Проморфлы. Вот, это тебе хороший синоним к нашей погоде, наверное. Особенно выше сезона. Нет, это не старое видео.